Всем привет, ребята, с вами я, Дэн Фан, и со мной сегодня дедок Денис Барбарис. Как видите, он изменил свой имидж, посидел немножко, но он и был седым. Потерял один глаз, отрастил бороду и начал много есть. Сегодня мы будем что-то делать. Это начальные, это все заново мы начинаем. Ну что ж, поехали. Сейчас я нахожусь в отеле своем. Сейчас я должен... сейчас я выйду, короче. Так, куда бы пойти? А! Что за идиот? Ладно. Зачем? Странно. Куда он меня везет? Надеюсь, не убьет хотя бы. Я его даже не знаю. Ну да, я сын Калана. По наследству я должен стать как и мой отец. Кончил. Я знаю. А тебя как зовут? Он, значит, получается, был другом моего отца. И его прикончила триада. И я так понимаю, мы уезжали от этой триады. Понятно. Они пытались его убить. Хорошо, сяду. Как ее там заводить? Да, это он. Так, он отдал и сказал, чтоб я научился ездить. А как их там заводить? Может... вот так. We'll be right back.
стене. На пальцах до страха ухивались на забор. Ну нереально ловкий прыгнул в окно. Оттуда на скульптуру ясно одно. Чел заболел паркуром. У мамы сейчас реально. Он заболел паркуром. Ну, не буду. Так, вроде нормально проехал. Странный чел. Так, повернули. О, парковка, там же есть повороты, там хорошо можно научиться. Так, первый поворот. Стой! Так. Поехали. Так. Не боись, стой! А, горит. За идиот. Странный чел какой-то. А если с нитро? О, стой! Еле-еле. Нет-нет-нет! Ай! Сзади, что это за трамплин? Ох ты ж, нифига себе. Так, надо поехать починить ее. Это что такое? Нет! Назад. Ладно, вернусь сюда, как починю ее. Так, ребята, я уже отъехала с Брейнспрея, вон там, который. Сейчас мы быстро заезжаем на парковку и спрыгиваем с нее. И потом ждем Данила. Звонка Данила. Так. Нам тут чуть-чуть осталось, я думаю, не буду. Так что сейчас уже почти. Все отлично, мы заехали. Красная машина, так не врежься, не врежься. Так, в ту сторону, я думаю, полетим. Вернусь, как позвонит друг Данил. Всем удачи! 2000 years later. Какую бы книгу выбрать? Наверное, вот эту. Так. О, Данил звонит. Алло. Так. Ты готов, да? К последнему заданию? Спрашивает, готов ли я к последнему заданию. Конечно, готов. Ты сейчас где?
спрашивает, где я. Я в библиотеке. Я рядом. Жди. Ой. Короче, сказал, что рядом. О, приехал. Что надо сделать? Говорит, подожди. Ладно, подождем. А чего? Хорошо. Ладно. Я нажму на паузу. Так, ребята, он мне, короче, сказал, что... Как его там? Мы переоделись, он переоделся, я надел маску, и мы сейчас едем к одним чувакам, чтобы устроить погоню. Вернусь, как приедем. Так, ребята, никого не было. В койотах? Сейчас мы поищем копов. Вернусь скоро. Так, оказалось, что у ментов тоже никого нет. И сейчас мы едем в другой байкерский клуб. Вернусь, когда приедем. Так, мы уже подъезжаем. Опа. Непонятно. Да зайди ты. Зайди. Закрыт. Ладно, садись. Ладно, поедем еще. Короче, поищем ментов и вернем. Drive our ships to new lands.
Ребята, оказалось, что Данила тоже посадили. Да. А.